YouTube-канал «Полезные советы» в содружестве с классическим, художественным, альтернативным театром «Город Киев» предлагают вашему вниманию спектакль «Ведмить».
Я люблю его. Да, я знаю, для тебя не тайна. Он был часто несправедлив ко мне, жесток и даже не верил. Но я покажу ему, как я умею любить и страдать. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такой же, какой я была до его смерти. Ну, барыня, матушка, ну, начните сами слова, а? Пишмы красе. Вот так погуляли. А вот гнилый запястый Тоби, а вот Эмбля. И на соседи у гости. Тоби, он всегда ездил на нем к Власовым Корчагину. Сколько грации было в его фигуре, когда он изо всей силы натягивал. Прикажи сегодня так, Тоби, дать лишнюю службу овса. Барыня, честь имею представиться, особенно
общих артиллерий землевладелец Григорий Степанович Смирнов. Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Что вам потребно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался недолжен по двум векселям 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов земельный банк, то я просил у вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же. 1200? А за что мне человек заборгувал вам? Он покупал у меня овес. То ты ж лукерія. Не забудь наказати, що в тобі дали лишню смужку вівса. Объездил всех своих должников. И хоть бы один из них заплатил свой долг. Измучился, как собака. Начинал черт знает где. В жидовской корчме около водочного бочонка. Я сюда, надеюсь получить, а меня угощают настроением. Как же мне не сердиться? Ну, я, здається, вам ясно відповіла. Приказчик повернеться з міста, тоді отримайте ваші гроші. Я приїхав не к приказчику, а к вам. На кой вешать? Извините за выражение, здався мені ваш приказчик. Ну, вибачте, я знову не можна, пане. Я не звикла до таких дивних виразів, до такого тону. Я вас більше не слухаю. Thank you.
7 месяцев тому назад мужу. Да мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю, нужно платить или нет? Но у вас мужу настроение, это всякие фокусы. Прикажете куда-то уехать, черт его возьми. А мне что прикажете делать? У людей это за них любимого живота совершаем, что ли? Или разбежаться и даже за ваш поле сделать? Приезжай в Усть, его дома нет. Ярошевич спрятал. Усть напугался насмерть, и чуть половок мой его не вышвырнул. У Мазутова Халилина, ой, настроение, и одна канавия не плакала. А все потому, что я слишком любит балага. Что я Нюня, прятка, бах! Слишком я с ними деликатен. Ну, погоди, вы узнаете меня. Я не позволю жить с тобой, черт возьми. Останусь у меня сидеть здесь, пока деньги не отрастут. Как я зол сегодня, как я зол! От злости все поджилки трясутся и дух захватило. Фух, даже дурно делается. Человек? Все ровно вам! Дай мне классу мне воды. Нет, такова логика. Человеку нужны подарить деньги, скоро вешаться. А она не платит, потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными делами. Настоящая женщина – нужная логика. Потому-то вот я никогда не любил и не люблю говорить с женщинами. Для меня легче сидеть на большей спорах, чем говорить с женщинами. Даже мороз по коже не рвет, да на постели разрешили на дождей. Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, как у меня от злости выше начинается судороги. Просто он коробку кричит. Барыня хворіють и не приймають. Пошла. Больных не принимают. Не нужно, не принимают. Останусь буду сидеть здесь, пока денег не отдашь. Неделю будешь больна? На, я неделю проскажу. Вот будешь больна и я, парень. Я свое возьму, мамочка. Меня не тронешь трауром да ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Семен! Распрягай, мы не скоро уедем. Я здесь остаюсь. Скажешь там на конюшне, чтобы овса дали лошадям. Опять у тебя, скотина, левая пристяжная запуталась в вожжу. Ничего. Я тебе задам ничего. Фух, скверно. Жара невыносима. Денег никто не платит. Плохо ночь спал. А тут еще этот траурный шлейф настроения. Голова болит. Вот не выпить, что ли? Пожалуй, выпью. Человек! Чего вам? Дай рюмку водки. Нечего сказать, хороша ты была. Весь пыли, сапоги грязные. Не умыт, не чёст, на рубахе солома. Барыня почему доброго разбойника меня приняла? Да, немножко невежливо для отцовки скинуть в таком виде. Ну да ничего, я тут не гость, а кредитор. Для кредитора же костюм не писан. Багато ви собі дозволяєте, пане? Что? Ничего, я собственно. С кем ты разговариваешь? Молчать! Навязался леший на нашу голову. Предосланная. Ах, как я зол. Так зол, что кажется, весь свет стер бы хорошо.
Пей. А нам не можно. Пей. Ну говорю же, пей. Thank you.
А? А? Отдайте нам деньги, и мы поедем. Я сказала вам русским языком. Денег у меня свободных теперь нет. Погодите до послезавтра. Я тоже не имел честь сказать вам русским языком. Деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься. Ну что же мне делать, если у меня нет денег? Как странно. Значит, сегодня вы мне не заплатите? Нет! А! Не могу! Не могу! Не могу! В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получу. Послезавтра заплатит? Отлично! Я на послезавтра просижу таким образом. Вот так и буду сидеть. Я вас спрашиваю, мне нужно завтра платить процент или нет? Или вы думаете, что я шучу? Милостивый государь, прошу вас не кричать. Здесь вам не конюшня. А я вас не о конюшне спрашиваю, а о том, нужно ли завтра платить проценты или нет. Вы не умеете держать себя в женском обществе. Нет, я умею держать себя в женском обществе. Воспитанный, грубый человек. Порядочные люди так с женщинами не разговаривают. Аху! Аху! Аху, невидимое дело! Такая сегодня прелестная погода, это траур так к лицу. Неумно и грубо. Неумно и грубо. Я не умею держать себя в женском обществе. Сударь, на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, Воробьев. Три раза я стрелялся на дуэли за женщин. 12 женщин я бросил, 9 бросили меня. Да, было время, когда я ломал дурака, миндальничал, медоточил, рассыпался бисером, шаркал ногами, любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел, любил страстно, бешено, на всякие манеры, черт меня возьми, трещал, как сорока в эмансипации, прожил на нежном чувстве половину состояния. Ну а теперь, слуга покорный, теперь меня не проведете, довольно? Очень черные, очень страстные алые губки, ямочки на щеках. Да за все это, сударь, я теперь медного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих. После женщин от мала до велика ломать, кривлять, сплетиться. Ненавистницы, суетные, мелочные, безжалостные, умнишки до мозга костей. А что касается вот этой штуки, вот простите за откровенность, Воробей любому философу может дать 10 очков вперед.
посмотришь на иное поэтическое создание. И сияет мир полубогиня. Миллион восторг. А заглянешь в душу, а мгновеннейший крокодил. Возмутительнее всего, что этот крокодил почему-то вообразил, что его шедевр, его привилегии, монополия и нежное чувство. Да черт побери меня совсем, повесьте меня вот на этот гвоздья вверх ногами. Разве умеет женщина любить того, кроме баллонок? В любви она умеет только хныкать и распускать нюни. Где мужчина страдает и жертвует, там вся ее любовь выражается только в том, что она вертит шлейфом и старается покрепче схватить за нос. Вы имеете несчастье быть женщиной. Стало быть, по себе знаете женскую натуру. Скажите же мне по совести, видели ли вы на своем веку женщину, которая была бы искренна, верна и постоянна? Не видели? Верны и постоянны они только старухи и уроды. Скорее вы встретите рогатую кошку или белого мальчика, чем постоянную женщину. Позвольте. Так кто же по-вашему? Верен ли постоянно в любви? Не мужчина ли? Да, мужчина. Мужчина, верен ли постоянно в любви? Скажите, какая новость? Коль на то пошло, так я вам скажу, что из всех мужчин, которых я только знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж. Я любила его страстно, всем своим существом, как только может любить молодая и мыслящая женщина. Я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь, молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла в его столе целый ящик любовных писем. А при жизни ужасно вспомнить. Он по целым неделям оставлял меня одну, изменял меня, садил моими деньгами, шутил над моим чувством. И несмотря на все это, я была любима. Мало того, он умер. А я все еще верна ему постоянно. Я погребалась во четырех стенах. И до самой могилы не сниму с себя этого травма. Травма. Не понимаю, за кого вы меня принимаете. Точно я не знаю, для чего вы носите это черное домино и погребли себя в четырех стенах. Еще бы! Это так таинственно, поэтично. Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер. Перекусы поем, взглянет на окна и подумает. Здесь живет таинственная Тамара, в которой из никаких можно погребла себя в четырех стенах. Знает на этих фокусах? Что? Как вы смеете говорить мне все это? Вы погребли себя заживо, однако вот не забыли напудриться. Да как вы смеете говорить со мной таким образом? Не кричите, пожалуйста, я вам не приказчик. Позвольте мне называть вещи настоящими именами. Я не женщина, привык высказывать свое мнение прямо. Не извольте же кричать. Не я кричу. А вы кричите! Заплатите мне деньги, я уеду. Не дам-то вам деньги. Не
Нет, дадите! А вот дозволила! Ни копейки не получите! Можете оставить меня в покое! Я не имею удовольствия быть ни вашим супругом, ни женихом. А потому, пожалуйста, не делайте мне сцен. Я этого не люблю. Вы сели? Сел. Прошу вас уйти. Отдайте деньги. Я не желаю разговаривать с нахалами. Извольте убираться вон. Ах, как я зол, как я зол. Вы не уйдете. Нет? Нет. 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 Безнаказанно, да? Барьеру! Воды!
Пойду за кучера пошукаю. Вся поездка
несколько сортов пистолетов. Есть специально военные пистолеты Мортимера, капсульные. А это у вас револьверы системы Смит и Вессон. Тройного действия с экстрактором центрального боя. Прекрасные пистолеты. Цена таки минимум 90 рублей за пару. Держать револьвер нужно. Глаза. Зажигательная женщина. Так? Да. Спасибо, поднимайте курок. Голову немножко назад. Выкинь курок как следует. Нет. Потом вот этим пальчиком вы надавливаете вот эту штучку. Больше ничего не нужно. Только главное правило не горячиться и прицеливаться не спеша. Просто что-то не грубо. Дал себе за руку, не убился, как оружие, не убился.
Не хочу! Не нужно! Не зовсім не добавився.